Всем привет, ребят, это снова Демси, и это очередная часть прохождения Аутласта пешком. Мы сейчас остановились на административном блоке, да? По-моему. Да, это не трогаю. Я хочу кое-что сделать, все просили. И да, вот оно. Вот, на русском наконец-то. Хотя, какой от этого смысл? Неужели до сих пор никто не видел полноценного прохождения на русском? Как бы там ни было, теперь вы сможете читать заметки, которые я сейчас буду делать. Крис? Крис, ну ты же меня по идее видишь, я же вот стою, вообще меня видно прекрасно. Ты что, тупой? Оу, он меня заметил. Тупой Крис. О, ворвался, и что? Ух, не что? Что? Что ты делаешь, Крис? Что ты делаешь? Не, ну чё, серьезно? Он, конечно, залезть не может, но он пытается. Ладно. Как-то даже с музыкой что-то произошло. Страшно, очень страшно. Он чё, меня видит еще? О, наконец-то, он спустился. Но мы идем за документом. Очередным документом. Да, кстати, я же удалил ультра-мини-мод, потому что, когда записывал челлендж, он мне жутко мешал. Синди, приветик! Еще одна интересная беседа с Билли сегодня утром. Он утверждал, что снова беседовал с доктором Вернике о своем лечении в некоем белом свете. Меня беспокоит, что его бред становится только хуже с препаратом, что не указано в литературе по бензодиапизину. Господи. Я надеюсь, я правильно прочитал, да? Как бы там ни было, последнюю локацию пешком я пройти не смогу, так как... Чертов Волрайдер просто не контрится. Я уже сотню тактик пытался провернуть. Но там бесполезно. Просто он какой-то бешеный. Его даже прыжками тяжело будет пройти. Так, давайте вот сократим путь. Наш документик. Очередной. Перевод с немецкого. У меня срочные новости, касающиеся работы доктора Рудольфа Верники в области морфогенетического кондиционирования. Да. Я это читать не буду, так как у нас уже было такое прохождение, где я все читал. Плюс вам это не нравится, всегда говорите, что какого черта, чувак? Да, кстати, я специально сейчас камеру держу и не опускаю, потому что я хочу проверить, за сколько мы пройдем Outlast. Уже, конечно, поздно, но примерно за час или за полтора. Просто если бегом проходить, то за минут 50, наверное, если без багов. А если пешком, то часа полтора, я думаю. А черт, камера сама убирается. Ладно, черт с этой камерой. Я вот в DLC буду тестить. Там попроще. И камера не ломается. И... все значительно проще. Интересно, есть разница, как прыгнуть? По-моему, вообще без разницы, как прыгать тут. Здравствуйте. Мне нравится ваша игра. Может, продолжите, а? Не такой, я не буду продолжать, ты чё? Ой, классно, я врубил ночное видение прям. Вау, а это что такое? Никогда не замечал, это типа как для постановки надо, я так понимаю. О, кстати, тут же заметку нужно будет сделать. Я вот только не знаю, нужно ли будет стоять. Ладно, давайте просто постоим это, послушаем. Или почитаем. Кадры настоящие. С пленкой ничего не делали? Никакого обмана? Нет. В июне 43-го вы зарегистрировали 3 случая самопроизвольного кровоизлияния. У полдесятка испытуемых начали развиваться опухоли мозга. Да, на вскрытиях обнаружилось, что опухоли были твердые, как свинец. Это их и убило? Не могли бы вы объяснить, почему результаты не могут быть воспроизведены в США? У меня есть теория. Моя родина в те годы...
Вам сложно понять, что мы чувствовали, во что мы верили. Тот всепоглощающий страх, экстатическая ярость и... Английских слов недостаточно. Это больше, чем надежда. Человеческий разум в таких условиях способен на невероятные вещи. Так вы утверждаете, что для эксперимента требовалась близость смерти, неодолимое безумие. Только те испытуемые, которые познали достаточно страха, могли активировать двигатель. Только пациенты, пережившие достаточно ужаса, оказались способны активировать кондиционирование, морфогенетическое кондиционирование. Ну вот, теперь и Майлз все знает. Так, давайте досмотрим уже, ладно. Вы полагаете, что они столкнулись с чем-то сверхъестественным? Нет ничего сверхъестественного. Тогда что же это было? Вы говорили, что проект Wall Rider — это врата, куда они ведут. И да, ребят, нам так и не раскрыли всех планов Вернике. Что он на самом деле хотел сделать? Что мне нравится, мне пациенты левые вообще просто подсказывают, что нужно найти Вернике. Кто им об этом сказал? Священник, что ли? Руки не мешало бы мыть почаще. Это касается не только пациентов и докторов, которые здесь работают. Касается всех людей. Что вы? Ух ты. Здесь след от крови. Кто бы это мог быть? О, тут же батарейка есть. Точно, точно. Или... Да, есть. Отлично. Ну давай. Супер скример. Мне было так страшно. Но вот с дополнением я проходил его на кошмарной и без бега. Как-то я прошел его легко. Но когда решил перепройти, какого-то черта дедуля меня постоянно ловил. Там есть баг, с помощью которого он не может нас ударить. То есть нет, может, но ему нужно нас догнать. И он не мог меня догнать первый раз. А во второй почему-то, что я не делаю, он постоянно догоняет и бьет. А на кошмарной... Да какого черта? А на кошмарной надо два раза ударить, и я труп. Ну, это касается нашего дедули. Вообще, кстати, вы не заметили, что дедулю показали в DLC, а потом сделали на него пародию в Outlast 2? Из целых маньяков? Или кто они там? Людоедов? Мы потом просто нашим главным героем во второй части находим целую секту этих... людоедов. Или лучше не секту, лучше давайте просто скажем деревню этих людоедов, которые, правда, нам особо не мешают. Ух ты, до сих пор это коляска. Почему никто не спустится, не уберет? Или вам это нравится? Классно, он двери закрыл. Я все видел, чувак, я все видел. Эх, помните это место, где мы заставили Криса попасть в лифт? Это было так забавно. Этот пациент вообще, то он здесь стоит, то не стоит. Вообще непонятно, как это работает. Но он действительно похож на темного лорда. Особенно вот если вот так вот смотреть. Даже носа нет. Ну вы просто посмотрите, чисто один в один. Только что-то у него с лицом произошло. Спишем это на... на то, что его что-то раздражало, и он просто не выдержал. Бедняга. Бедняга, бедняга. Опять одни помехи. Пациент склонился в молитве. Может, купился на пропаганду? Возможно, но я хочу поиграть в что-нибудь. Слушайте, а почему мини-игр в Outlast нет? Вот даже в Resident Evil 7 есть, а тут, блин, шары покатать нельзя. Ладно, ладно, ладно. Скажем так, Outlast — это не развлекаловка, это серьезная игра. А было бы прикольно, да, если бы были мини-игры? О, кстати. Тут ничего нет, что я смотрел. Тут главное не профукать документ. Где он? Не в этой комнате. Может, 327-й? Да вы что, издеваетесь, что ли? 325-й? Да, точно.
325. Недостойный проситель, я могу служить Господу нашему лишь только в качестве пищи. Это не та. Вот наша дверь. Как это я ее сразу так нашел? Что у нас там? Я не могу зумить? А, могу. Что у нас там? По-моему, там ни черта нет. Там какой-то выступ. Просто для вида сделано все. Здравствуйте. Пока документы нам искать не придется. И заметки делать тоже. Поэтому давайте просто пройдем. Че смотришь? Слушай, а что у тебя? Что это? Это типа кусок отражается. Страшно, страшно. Я сам в шоке. О, мы тут бегать не можем. Еще лучше. Моя работа. Лишь ты должен выжить, чтобы рассказать им. Это будет... Что? Это будет это твоим... Что? Священник разучился говорить, или это классный русский перевод, который вы сильно хотели? Посмотрите на этого пацана. А, что мы будем без него делать? Я не могу без него жить. Он мой кумир. А это что? Что за фигня тут происходит вообще? Я не понимаю. Ой, как можно подумать. Ну вот на него смотреть, это... Так, кто это сделал? Ты это сделал? Это ты? Ты из коляски? Да, черт возьми, это из коляски, пацан. Это он убил священника? Ну, конечно, по его просьбе, но... Это ты! Колясочник наш, который нас чуть не убил. Хотя, вроде как, бить он нас не хотел. На самом деле, он просил, чтобы мы вырвали что-то там у него. Ну, где моя заметка? Так он сдох уже, где заметка? Я не понял. Неужели я ее профукал, что ли? Уже все, священник уже... Его ничего не спасет. И заметка моя где? Уже час записи идет на камере. Ура! Заметка сделалась спустя секунд 20, наверное. Да легко, легко. Даже читать не буду, потому что все легко. Как говорит Майлз. А, я сам мог открыть? Слушайте, это было интересно. О, давайте закроем все двери, раз уж так. Там горит священник. Вход воспрещен. Всем пока. Что он делал? О, сейчас будет стелс с Крисом. Черт, это будет жестоко. Я надеюсь, тут документов нет. По-моему, нет. Нет, тут нет документов, это хорошо. Потому что у нас сложная миссия предстоит. Тут стелс, по крайней мере, сейчас не работает. Нужно срочно спрятаться. О, все. Что это за звуки были? Майлз, ты чё? Я шокирован. Давай-ка посмотрим, какой здесь ковер. Ух ты, ё-моё. Такой пиксельный. А там... Там одежда висит. Может, переоденешься, как в мультиках, типа, тебя не заметят. Что он там втыкает вообще? А, я уже вылезти хотел. Он же Крис тупой, а? Чё ты пришел? Меня здесь нет. Вот кто теперь это убирать будет, а? Тут же уборщики есть? Наверное. Ну, должны быть. Как-никак, это же лечебница. Чё он так долго двери выламывает? Вот мне кажется, он стоит секунд 10, тупо втыкает, а потом выламывает. Куда он идет вообще? А чё это он так... А, это он просто ходит, так выборочно двери ломает. Вот тупой болван. К чему он не по порядку идет? С комнаты в комнату, чтобы все было точно. Нет. Он идет вообще в левое место.
О, да, кстати, нам же одна локация осталась. И я вот думаю, может, стоит как-то объединить эти серии? Я подумаю. Сейчас будем спускаться, я посмотрю, сколько времени прошло. Что? Что? Крис, какого черта? Какого черта? Как он это сделал? Что? Что? Что произошло? Модов нет. Ни черта нет. Двери закрывал. Полез как надо. Крис пришел сюда, выбил дверь, которую не должен был. И чуть меня... Что? То есть якобы дверь здесь есть. Или это просто темно? Я не знаю, что происходит. Вот что с этим Outlast'ом происходит? Все по скрипту. Все там четенько. О, двери открыты таки остались, да? Но знаете, это было стрёмно. Он почти меня убил. То есть там вылезать как бы вообще не вариант, что ли? Или нужно вылезти, пока он не дошел до двери? Потому что произойдет сейв, и Крис исчезнет. Но что это было вообще? Без модов, без багов. Просто Крис зашел и чуть нас не поймал. Ну, игра сама лаганула. Что-то у меня размытие дикое пошло. А, может это в движении просто так кажется. Найдите другой выход. Ну что, сейчас я посмотрю, как там по длительности серии, и, может быть, соединю их. Не, ребят, к сожалению, не получится, потому как серия уже минут на 18 вышла, а тут мы еще будем бегать минут 15, может 20. Поэтому не судьба, будет еще одна часть, но не расстраивайтесь. Я сейчас буду ее снимать, поэтому она выйдет довольно-таки скоро. Ну а пока что, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Ставьте лайки, комментируйте и всем пока.